Короче, я тут выпил пиво. Сейчас покажу тебе, что тут ништяк какой. Это, короче, улица в полных ебенях. Вообще в ебенях. Это даже не Тайпэй, это окраины города. Гляди, сколько, блядь, рекламы. Ты, конечно, нихера не увидишь, но тут заебись. Все открыто. Все. До хера жрали. Вон 7-Eleven, круглосуточный супермаркет. Можно взять еды. И вот там столы стоят. Я встал сейчас только что с стола, и, видимо, чувак сейчас его займет. Сука, чувак занял мой стол. Блядь, пидорас, сука, пиздец. Ну так вот. Это все работает. 12 часов ночи. Заебись.